Вот, очередной привал на 15 километрах. Погода... Да, настроение уже, смотрю, у всех. Погода как на подбор. Да вообще я не знаю, что там, блядь, сделали бы. О, уже психуют, психуют. Это только начало. Ну, Макаревич, да, с ним батальон. Не мешай. Перед этим отработали к бою, там вспышку. Я разъебу его нахуй полностью. Ну-ка, сними меня кто-нибудь. Нахуй тебе снимать, дура, блин. Ну, вот это, главная шлюха, это наш оператор. Оператор. Оператор, шлюха. Скажите что-нибудь на камеру. Просто я буду снимать все. Это будет происходить на этой марше. Скажите о своих впечатлениях, а я думаю, в этом походе. Я устал немножко. Немножко. Позольку натерно. Мне по кайфу. Я не чувствую нагрузки. Еще вообще, где нагрузка на побеждение? Галина Макаревич, скажите что-нибудь? Макаревич? Че? Скажите что-нибудь в камеру. Че, ну мощный пидор. Ну, согласен. Я твой рот ебал нахуй, давай, что ты помнишь? Алло.